Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня буду делать панно из пеноплекса. Увидела в интернете вот такую картинку. Панно из дерева сделано. А я буду делать из пеноплекса. Картинку вывела на экран, увеличила, приложила бумагу и обвела. Здесь у меня бумага склеена 2 листа А4. Это чтобы вы понимали, какого размера будет панно. Чтобы меньше вырезать каких-то мелких деталей, уголков, я здесь вот эти места объединила тем же виноградом. Вот эти места. Легче будет тогда это все вырезать. Ручкой продавливаю рисунок. Можно что-нибудь добавить и свое. Так, и здесь я вот стараюсь здесь покрупнее элементы такие прорисовывать. Получилось то, что мне нужно теперь это все обвести. Вырезаем острым ножом. Где ровные места, можно помогать себе линейкой. Ну, подклеить придется. Хорошо, что не до конца оторвалась. Может, здесь тоже надо было что-то придумать, чтобы вот такие места не оставались вот тонкими. Теперь все уголочки я закругляю. Придаю объем. Все прорисованные контуры пройду. Друзья, такие детали, как этикетка, например, на бутылке, можно и не прорезать. Ну, я уже начала. А вы делаете так, как удобнее вам. Я дубль 2 не делаю, поэтому где-то могу ошибаться. Но потом все равно исправлю.
Вырезала так, куда рука пошла. Не обязательно прям по этим линиям, которые я отмечала. Листочки сделала более резными. Вот прорезала вот эти вот промежутки. Получился более такой рельефный, такой более красивый листик. Вот эта вещь очень опасна. Ну, это фактически ни на чем не держится. Сейчас малейшее движение и все. Я вырезала вот такой листик, кусочек листика. Прямо от листика взяла, отрисовала. Вот сюда сейчас я это все подклею. Я даже специально делаю это перед тем, как работать наждачкой, потому что можно сдернуть, и тогда уже будет намного сложнее это все приклеивать, шов будет виден. Приклеиваю на полимерный клей, как обычно, помогаю зубочисткой. Вот я ее напополам разделила. Я когда вырезала, прям проверяла, чтобы хорошо прилегали вот эти детали. Теперь у меня здесь будет все хорошо держаться. Друзья, берем теперь наждачку мелкозернистую. У меня вот 320 написано. Прохожу и все выравниваю. Ух ты, вот я не увидела. Вот это место не увидела. Теперь внимание обращаем на все погрешности и осторожно прохожу все наждачкой. Друзья, вот что у меня в итоге получилось. Сейчас я близко покажу вам. Эта деталь хорошо приклеилась как монолит. Я беру темно-коричневую краску акриловую и полностью окрашиваю всю поделку. Больше всего внимания уделяю углублениям. Сзади уже окрашиваем по желанию. Все высохло. У меня белая акриловая краска и колеры. Это колер цвет бургунди. Также можно сразу сделать цвет и тень. Если сверху у нас падает свет солнечный, то вот эту часть я делаю светлее. Теперь мне нужен бежевый цвет. Друзья, наверное, на этом остановлюсь, боюсь испортить. Панно очень-очень легкое, практически невесомое. Покрою все акриловым лаком. Сзади я сделала крепление, чтобы можно было повесить на стену. Как его делать и другие разные крепления на пеноплексе, я показывала в отдельном видео. Ссылка будет внизу под описанием. Единственное, что здесь нужно будет окрасить все, например, в коричневый цвет. Хоть краска и акриловая, но мне все-таки хочется немного объединить всю работу лаком.
И вот такой итог моей работы. По-моему, все получилось. Друзья, буду очень рада, если вам понравилась эта идея. Вдохновляйтесь и творите с удовольствием. Приглашаю вас подписаться на мой канал на Яндекс.Дзен. Всего вам доброго, до новых встреч!